Ребята, добро пожаловать в игрушку Tasty Planet Forever. Ну что ж, сегодня поиграем за мышку. Посмотрим, let's go. Надеюсь, ты поддержишь лайком и подпишешься на мой канал, если еще не подписан. А сюжетная составляющая. Значит, слон куда-то шел. А, и тут минное поле тут. Слон боится минного поля. И что такое? Они взяли мышку, чтобы мышка обезвредила минное поле. Так, и что? Мышка что-то пожирает, я не знаю, что она ест. А, ну вот. Так, начинает питаться. Это кто такие? Это муравьи. Ха, прикольно. Так, вот она моя мышка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, сидим сейчас все. Начинаем с муравьи. Потихонечку едим. Блин, реально прикольная игрушка. Хочется играть снова и снова в нее. Отлично. Это все мое, я это все съем. Так, кушай, 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 кушай. Отлично. Друзья, она становится все больше и больше. Какая толстая мышка. Блин, она не лопнет, она уже как шарик, смотрите. Это термиты. Да, ребят, я думал, это муравьи, это термиты, скорее всего, такие желтые. Кислотные термиты. Сейчас кушай. Жжж, кто это же? О, это навозный жук. Можно, смотрите, убрать. Какашку или что он там тянет. Так, окей. Продолжаем кушать этих термитов. Я становлюсь все больше и больше. Да, там тут даже написано, можно вверху слева посмотреть, что это термиты. Навозный жук, смотрите, я скоро тебя скушаю. Пока что я стану, ну, когда я стану большим-большим, обязательно наведаюсь к тебе. Так, ладно, кушаем, кушаем, кушаем. Нифига себе, тут очень много термитов. Я делал полезное дело, пока что. Это пока что она делает полезное дело, а потом... Потом она будет очень злой мышью и будет все просто жрать и даже, блин, людей. Так что это очень опасная мышка. Хотя белые, они, по-моему, ручные, да? Все белые мыши вроде как ручные. О, ням-ням-ням-ням-ням. Как это вкусно. И жука я могу теперь, жука есть, смотрите, навозного, отлично. Смотрите, мне нравятся лапки ее, смотрите, такие маленькие-маленькие лапки. Бегает, бегает, бегает. О, все, ребят. Отлично. О, тут большая мышка, смотрите. Это крыса даже, а не мышка. Я так понимаю. О, паук! Паук, смотрите. Он меня хочет съесть. А, хотя пауки большие, по-моему, едят мышей и даже птицы едят. Нужно быть аккуратным. Аккуратным. Осторожненько. Кушай. Блин, это еще один паук. Сколько же их? Осторожно, осторожно. Что вот это такое, интересно? Какая-то тень непонятная. Ладно, уходим. Сейчас жуками наедимся. Мы обязательно дойдем до этого паука. Нам всего лишь-то нужно стать большими. Большими и сильными. И мы обязательно отомстим его. Он нас пугает. Он хочет нас съесть. Выживает сильнейший, да? Ну ладно. Сейчас мы тоже станем сильными. Мне нужно вот этих мышат съесть. Кстати, а паук, возможно, вот эту мышку съест. Давайте попробуем. Где, кстати, паук? Я тебе принес покушать, паук. Паучара, где ты? Паук. Я не знаю, куда-то исчез паук. Ладно, пофиг. Пофиг на паука. О, вот он, паук. Давайте мышку. Вот, кушай, кушай. Смотрите, он съел мышку. И вот эту съел, офигеть. Блин. Опасные, опасные ребята. Все, теперь я тоже могу их есть. Этих мышей. Осторожно. Тихо. Мне кажется, мышь потом слона съест. Того самого, которого на картинке, который боялся минного поля. Ага, печально, конечно. Так. Пока не могу пауков есть, но скоро, я думаю, съем. И бинокль нам, видимо, тоже надо будет съесть потом. Так, ладно. Нет, фига. Блин, два паука сразу рвет. Сразу два паука. Офигеть. Они могут меня скушать. О, я стал еще больше, и у меня обзор хороший. Все, теперь я ем этих пауков. О, это кто такой еще? Смотрите! Офигеть, утконос или как его назвать? Ладно. Теперь я могу кустики есть. Отлично, давайте. Напитаемся кустиками. Кустиками. Ням-ням, отлично. Так, в конце мне дадут. О, я могу вот эту тень есть, непонятно. Что это такое, вообще не понимаю. Ладно, ну мы это съедим. Мне нужен бинокль. Все, мы съели этот бинокль. Отлично. О, тут большие кусты. Я пока не могу их съесть. Ладно, вернемся за ними попозже. Попозже вернемся.
Пока не могу утконоса съесть. Все, могу. Отлично. Опа. Правда, звезду нам не дали. Идем дальше. Второй уровень. Чего? Что нам надо сделать? Вот 70 штук съесть или что? Это мины, мы взрываемся. Минус 400 у меня уже. Подожди, а как не взорваться? Более мелкие надо есть. Ну, я норм... Блин, я взрываюсь иногда. А как мне это сделать? Так. Некоторые я могу есть. А на некоторых взрываюсь. А, вот слоны. Я должен слонов провести, я так понимаю, да? Чтоб слоны дошли или нет? Так, сколько у меня? Тут нужно правильных кушать. У меня ноль. Так, слоны проходят. То есть... Блин, ну почему я взорвался-то? Я не понимаю, как это выполнить? Я что, проиграл? Почему они взрываются? Ну, я выполнил задание. Только, блин, ни одной звезды нам не дали. Я вообще ничего не собрал. Можете под комментарием написать, что я сделал неправильно, какую совершил ошибку. О, скорпионы. Я теперь могу съесть вот этих крохотных скорпионов. Так, о, черепаха. Блин, жалко черепах. Реально очень жалко черепах. Но придется, видимо, потом скушать. Мышь вообще просто жестоко. Ну как так можно все подряд есть? Она все ест. Кровожадная мышь. Так, ладно. Раз уж мы такие кровожадные, нам надо быстрее стать большими и сильными. И поработить эту планету. Это реально жестокая мышь. А, она даже людей сможет потом съесть, наверное. Ну, посмотрим, мне интересно. А, будет смотреть на финалочку, надеюсь, вам тоже. Так, кушай, 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 кушай. Быстро, 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 быстро передвигаемся. Быстро, быстренько передвигаемся, отлично. Сначала нужно скорпионов покушать. Потом перейдем к более крупной дичи. Так, нормально. Мне даже кустики есть, когда я смогу кусты есть. За кусты много дают массы. Вот, отлично, все. Теперь могу есть кусты. И это очень-очень-очень здорово. Скоро съем... Все, я черепаху могу есть. Отлично. Все, всех черепах съели. Или не всех. Вот она последняя была. Отлично, сделали. Нам дали одну звездочку. Ну, наконец-таки. Да что-то в последнее время нам очень мало попадаются они. О, страус, ребят. Тут у нас страус. Продолжаем. Тут много черепах. О, за нами охотятся. Это что, гиены или... Нифига себе, они быстро. Как они быстро бегают. Или гепарды. Они вообще ускоряются. Очень быстро ускоряются, ребята. Блин, нифига себе. Они на поворотах, конечно, их заносят. Нужно быть... Все, я могу съесть ее. О, меня укусили. Клюнули, точнее. Ам-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням. Какие грозные, смотрите, рычат еще. Все, теперь могу всех есть. Теперь я тут самый сильный. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Догоню. Отлично. Сразу двоих. Выживает сильнейший. Все, мы это сделали. Нам дали одну звездочку. Идем дальше, пятый левел. Это кто такие? Кто это такие, ребят? Прикольно. Так, кушай, 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 кушай. Отлично. Там, знаете, из-за угла такая сидит. Блин, мне жалко ее. Но придется нам их съесть потом. Так, ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Вкуснота. Блин, бедные мышки.
Она просто все пожирает, просто все на своем пути. Тот, это как агарио, да? Тоже, чем я больше, тем больше я смогу съесть. Ладно, понятно. Там спрятался кто-то. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну ладно, так. Сколько у меня массы уже? 1500 почти массы. Когда же смогу вас съесть? Это полевки, типа мышки-полевки или кто они? Эти маленькие серые. Вон, пока что лутаемся, собираемся. Я не знаю, может мне надо 2000 собрать, чтобы я смог их съесть. Сейчас посмотрим, мне кажется 2000. Так, почти, почти есть. Пока не могу. Не могу. 2000, ну до сих пор не могу, странно. А, все, теперь могу. Ням-ням, отлично. Блин, это волки, я так понимаю, да? По звуку похожи на волков. Они что-то тут прячутся за деревом. Так, допустим. Или они кушают, или они что-то кушают, это мясо, или что это такое? Они подходят и кушают вот это. Опа, отлично. Продолжаем. Что левел? Точнее, что уровень? Это люди! На них охотятся. Наоборот, не люди охотятся на гепардов, а гепарды на людей. Блин. Ладно. О, лев! Царь зверей, ребята, тут ходят. Ладно. Нам нужно накушать людей. Это, видимо, палатки для охотников. Бедные охотники. Тут просто гибнут пачками охотники. Офигеть. Поэтому не стоит охотиться. Ладно, я доберусь до вас. Тут самое опасное, это все-таки мышь. Травяную мышь. Я бы такую, честно говоря, я бы испугался такую мышь. Я бы убежал. Нафиг надо. А что ты сделаешь ей? Ага, мое, мое. Не успел. Кто успел, тот сделал. О, ням-ням-ням-ням. Отлично. Теперь могу этих гепардов кушать. Львов пока не могу, правда. Странно, что охотники не стреляют. Очень странно. Я думаю, они должны стрелять. Так, я не могу львицу пока съесть. Ладно, это дело поправимо, это все временно. Так, а где эти быстрые гепарды, которые бегали? Куда они спрятались? О, львицу теперь могу есть. Отлично. Льва пока не могу. Но вот жену уже можно съесть, льва. О, раз, два, три сразу, нифига себе. Отлично, хорошая дичь. Льва пока не могу скушать. Все, я теперь льва тоже могу есть. Просто супер. Просто супер, мы сейчас сделаем полную зачистку. Так, ням-ням, отлично. И тебя съедим, и тебя съедим. Так, вкусно, тише. Немножечко осталось. А, отлично. Теперь дома можно поедать. Ням-ням, отлично. Опа. Все, выполнили. У нас еще одна звезда, и мы продолжаем. Седьмой. Седьмой уровень. О, утка. О, смотрите. Боров, ребятки. Классно сделанный. Хорошо, что они не поедают ничего. Тут даже зебра есть. Отлично. Отличненько. Так, мы пока что растем, увеличимся в размерах. Причем очень быстро, стремительно, потому что много кустов. Ой-ой-ой. Больно меня ударил боров. Так, мне надо зеленый съесть. Человек! Там был человек, и я могу его съесть. Вот он. Нифига себе. Отлично. Теперь боров тоже можно есть. Зебр пока что нет. Пока что не можем. Ну ладно. Скоро и до зебры доберемся. Очень опасная мышка. Очень. Смотрите, какая она здоровая. Нифига себе. О, машины тут, оказывается, есть. Он по... Что он делает? Он по машинам стрелял. Это что такое?
тут кушает траву. То у нас жираф кушает траву. Ну ладно. Пускай кушает. Так, мы пока что тут пройдемся. Это была лошадь? Это лошадь была, да? Слон! Слона врезались. Блин, я так понимаю, я сейчас слонов тоже съем. Бедные слоники. Так, куда идем? Сколько у меня тут? 3700 уже. Ладно, пойдем на эту сторону. Доберемся мы сейчас до слонов. Примерно, я так, таким же размером, примерно, как вот этот слон. Быстро же я расту. Не по дням, не по часам, просто по минутам или даже по секундам. Растет. Растет, как говорится, на глазах. Все, я думаю, слонов уже можно есть. Маленького съел. Как не стыдно съесть маленького слона. Блин, меня сбила машина. Ничего страшного. О, все, теперь можно слонов есть. Скоро машинок тоже смогу есть. Все, он уже машины тоже есть. Просто все пожирает, все на своем пути пожирает. Офигеть. Это что такое, забор какой-то? Я могу забор есть, скоро самолеты будем есть. Офигеть. Уделяемся, давайте. Отлично. Съели самолеты. Такая-то военная база. Ладно, надо тут пройтись, немножко прогуляться. Отличненько. Сделали. Давайте последний, 8-й уровень пройдем. И на сегодня пока что закончим. Продолжение будет уже в следующей серии. Это мины. Блин, как же я не люблю эти мины. Они могут взорваться. Я должен какие-то конкретно разминировать. А, нужно с правильной стороны разминировать. Вон оно как. То есть сзади нельзя заходить, иначе она взорвется. Если с нужной стороны ты будешь разминировать, то нормально. Вон оно как. Я раньше не понимал. Тут очень опасно. Так. Вот тут сложно взять. Я эту не буду брать. Так, сколько нам надо? Сколько у нас времени есть? Аккуратненько разминируем. Видите, нужно просто с нужной стороны вставать, и все будет окей. Тогда она не взорвется. Я думал, почему они иногда взрываются, иногда нет. Смотрите, ни одна не взорвалась. Потому что я делаю все правильно. Стою с нужной стороны. Фу, я это сделал. Там, где больше часть, вот надо вот именно с ней начинать. Я должен все разминировать их. Давайте сделаем это. Так, тут значит все, ни одна не взорвалась. Раз, помните? Много взрывалось. Сейчас ни одна не взорвалась. А чё так мало дали? Вообще ни одну звезду не дали. Что? Почему я в минус ушел? Или они наоборот должны взрываться? Не понимаю я это. Ладно, давайте увидимся в следующей серии. Следующая будет финалочка, завершение. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорого, пока-пока.